Новейшая модель телефона Xiaomi, которая, кстати говоря, еще даже нет в продаже, разыгрывается в ходе единовременной акции. Ежедневно победителя выбирает компьютер. Уже определена тройка белорусок, которых ожидал приятный сюрприз. Две счастливицы – жительницы Брещины. Вручение новеньких смартфонов состоялось в здании Главного статистического управления Брестской области. О самой акции я не знала. Это для меня было огромным неожиданностью. К счастью, очень приятной неожиданностью. Вот. Регистрацию я прошла. Будучи в Минске, в гостях у дочери, она уже сделала эту акцию. Вот, я попросила помочь мне это сделать. Вот так. И она оказалась счастливой. Приехала моя дочка с Минска, мы с ней решили, она студентка, мы решили переписаться в первый день. Она сначала, потом я через интернет перепись. Это очень, было очень неожиданно, очень приятно, конечно. Тем более я в эти розыгрыши как бы... Даже мимо ушей пропустила. В первый день интернет-переписи заполнить анкету было проблематично. Некоторое время давал сбой сайт Белстата. Все это из-за большого количества запросов. Ситуацию исправили за несколько часов. Сегодня переписаться через интернет не составляет никакого труда. Все доступно и быстро. А еще есть возможность стать обладателем нового телефона. Каждый день, начиная с 5 числа, среди тех, кто переписался в предыдущий день, переписался именно через интернет, компьютер методом случайного отбора выбирает одного человека, и вот этому человеку вручается смартфон. Стать участником переписи населения можно не только на официальном сайте Белстата, но и на стационарном участке. В Бресте их всего 18. Адреса указаны на сайте Брестского горосполкома.